Я художник из России, Иванова Светлана Николаевна. Пишу в стиле символизма. На конкурс я решила предоставить две работы, которые, как мне кажется, между собой связаны, как мужское и как женское начало. Называется работа «Мадонна», «Масло», размер 80 на 80. При написании я использовала технику старых итальянских мастеров. Эта техника дала возможность мне дать некое вот свечение изнутри. За счет этого, если присмотреться поближе, есть некий нимб свечения вокруг лика матери и ребенка. Картина запечатлела вот краткий миг соединения между матерью и ребенком, святость материнства, любовь, нежность. Вокруг мамы с ребенком есть такое изображение, как некое подобие склада, как движение жизни, как круговорот жизни. Но самое главное, это необходимо было мне изобразить именно свет изнутри. Свечение изнутри на работе. С остальными моими работами вы можете ознакомиться на моем сайте ivanova.sn.wix.com/art/sulamif.